О том, что ждет жителей Бурятии в понедельник, 2 октября, расскажу вам я, Алина Котова. Здравствуйте. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам малооблачно. Днем ожидается похолодание до плюс 9 градусов. Ночью плюс 1. Скорость ветра 7 метров в секунду. На юге облачно. Синоптики обещают дождь. Днем похолодает до плюс 8, а ночью по-прежнему плюс 2. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В Улан-Удэ также малооблачно. Синоптики обещают дождь. Днем похолодание до плюс 9, ночью плюс 2. Ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду. С вами была Алина Котова. Еще увидимся. Гипермаркет «Маяк» – это широкий ассортимент низких цен. Продукты, напитки, хозяйственные товары для дома и дачи, детские игрушки, трикотаж, посуда и мебель – все, что мы любим, но только дешевле. Например, двухспальное постельное белье меньше 1000 рублей. Здесь всегда выгодные предложения – 1+1. Также у нас очень хорошее обслуживание. То есть мы не грубим, не ханим, мы любим своего покупателя. Низкие цены для всех и всегда. Корабельная 40 и дорожная 30/1.